Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, тікелей желіде Тобыл таңы бағдарламасының сенбілік шығарылымы өз жұмысын бастайды. Алдағы бір жарым сағат уақыт көлемінде сіздермен бірге болатын мен Самат Ерсайын және менің әріптесім Диас Насбаев. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире телеканала Костана и программа Тобыл таңы. В ближайшие полтора часа мы с вами узнаем прогноз погоды, сделаем зарядку и, конечно же, узнаем полезные советы в рубрике «Лайфхак». Это далеко не полный список всех тех дел, которыми мы займемся сегодня, дорогие друзья. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, и ваш день пройдет более продуктивно. Ярдақтағайын, алдағы бір жарым сағат уақыт көлемінде бізбен бірге болыңыздар дейміз. Біздің сіздермен бөлсер жағымды жаңалықтарымыз жетерлік. Ұйқыдан оянамыз, терезден табиғаттың әсемдігіне көз жүгіртеміз. Содан кейін теледидар қосып, Тобыл таңы бағдарламасын көресек болғаны. Таңғы жаттығулар, әсем әуендер, арнамызға келген әртүрлі тақырыпта қонақтар. Келген қонақтарымызға сіздердің де қоятын сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарлассаңыздар болады. Бағдарламамызға кез келген аймақтан көрермендеріміз хабарласа алатын естеріңізге сала кетеміз. Қаламыздың телефон коды 87142. Бағдарламамыздың телефон нөмірлері 543904. Қоңырау шалыңыздар, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісіңіздер, жақындарыңызды, бауырларыңызды, туған күндермен құттықтап, ізгі тілектеріңізді жолдаңыздар дейміз. Біз сіздердің қоңырауларыңызды қабыл алатын боламыз. Бағдарламамыздың шымылдығын алдымен бүгінгі күннің ауа райымен таныс болайық, содан кейін одан әрі жалғастырамыз, арнадан алыстамайық. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире телефона нашей студии 54-39-04, код города Костанай 8-714-2. Звоните, чтобы просто пожелать нам с Саматом доброе утро, либо же, может быть, у кого-то из ваших друзей, родных, близких, знакомых сегодня день рождения, либо же другое знаменательное событие. Звоните, чтобы поздравить их. Помимо этого, я напоминаю, что у нас есть свой собственный сайт, который называется kostanaytv.kz, где вы можете просмотреть записи в онлайн-формате. Напоминаю, что мы есть в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте. Дорогие друзья, с наступлением февраля, он уже скоро подкрадется к нам незаметно, январь сдает свои позиции. Мы надеемся, что скоро потеплеет, и поэтому глядим на экраны телевизоров, когда показывают прогноз погоды. Дорогие друзья, прямо сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть, какой же будет погода сегодня. Телекөрермендер, бүгінгі күннің ауа райымен таныс болдық. Синоптиктер мәлім еткендей, осы жеті жылы болды. Өздеріңіз байқағандай, бүгінде күн жылы болмақ. Сонда да, құрметті көрермендер, қаншалықты ауа райы салқындаса да, көңіл күйлеріңіз үнемі көтеріңкі болсын дейміз. Тікелей желіде өз жұмысымызды да әрі жалғастырамыз. Арнамызға қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Әріптесім де айтып өтті, біздің бағдарламамызда Қостанай ТВ ресми парақшасынан сіздер онлайн форматында қарай аласыздар. Әлеуметтік желілер барлық желілерге қосыламыз, бізге қосылыңыздар, соңғы жаңалықтарды Қостанай арнасымен бірге біліп жүріңіздер дейміз. Сондай-ақ әріптестеріміз өздеріңізге мәлім, күнделікті айтып жүрген болар, WhatsApp желісі Тобыл таңның іске қосылған. Жалпы WhatsApp желісіне сіздер өздеріңіздің хаттарыңызды, ізгі тілектеріңізді немесе қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар дейміз. WhatsApp желісінің нөмірі 877-233-71-73. Кез келген жағдайда жазсаңыздар болады, бізге хаттарыңыз түседі, міндетті түрде тікелей желі аясында сіздердің жазған хаттарыңызды, сәлемдеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз. Как день начнешь, так его и проведешь. Именно поэтому нужно начать свой день правильно. Как это? Вы сразу же задаетесь таким вопросом. Сейчас я вам объясню все более подробно. Нужно встать для начала с кровати, заставить себя подняться. Конечно же, во-первых, сделать зарядку, во-вторых, позавтракать, и в-третьих, выпить стакан воды с лимоном. Такая процедура запустит метаболизм, и ваш день пройдет более продуктивно, и чувствовать вы себя будете намного лучше.
Шуғылалатқан таңдарыңыз тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Ардақтағайын көңіл күйлеріңіз өнемі көтеріңкі болсын. Бүгін күн сенбі, сенбі күндері қойған демалыс күндегі жоспарларыңыз сәтті өтсін дейміз. Әрқашан бізбен бірге болыңыздар. Көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында дәл қазір керемет әсем әуенді бірге тыңдайық, одан кейін жалғастыратын боламыз. Дорогие друзья, прямо сейчас мы прослушаем с вами музыкальную композицию, но сразу после продолжим. Әсем әуеннен кейін өз жұмысымызды одан әрі жалғаймыз. Ардақтағайын арнамызға жаңадан қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Атқан таңдарыңыз тек жақсылыққа толы болсын, әрі отбасыға бақ пен береке алып келсін дейміз. Тікелей желіде тобыл таң бағдарламасы, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Кто-то рекомендует зарядку как лекарство от всех болезней. Кто-то же наоборот говорит, что это вред, мол, организм с утра не проснулся и нагружать его вовсе нельзя.
А знаете ли вы, дорогие друзья, что утренняя зарядка – это отличный способ организации семейного досуга? Сами посудите хотя бы в воскресенье, когда родители не торопятся на работу, детям не нужно в сад, либо же в школу, можно совместно организовать хороший отдых, дорогие друзья. Утренняя зарядка – это отличный старт дня развлечений для всей семьи. А, дорогие друзья, делаете ли вы зарядку, напишите по номеру 8-707-233-71-73. Нам с Аматом будет очень интересно послушать ваше сообщение. Я жалпы таңғы жаттығуға келгенде көптеген адамның ойы сан тарапқа бөлінері белгілі. Бірақ басым бөлігі осы таңғы жаттығуға деген көз қарастары жақсы, және бұны қолдайтындарын айтады. Жалпы мамандардың да мәліметіне сүйенетін болсақ, таңғы жаттығуға бөлінетін біз 15 минуттың өзі біздің күні бойы сергек жүрімізге өз септігін тигізеді. Қатып қалған қағиданы қою керек, яғни таңғы жаттығумен тек спортшылар айналысу керек деген. Жалпы таңғы жаттығумен барлығымыз айналысуымыз керек, ардақтаған. Сондықтан күн сайын таңғы жаттығу жасаңыздар дейміз. Бір нәрсені 21 күн тоқтамай қайталай берсе, бұл сіздердің өмірлеріңізде әдетке айналары сөзсіз. Бұл ғылыми тәжірибеге сүйене айтылып отырған сөздер. Сондықтан күн сайын таңғы жаттығу жасаңыздар, бізбен бірге ояныңыздар, әсем әуен тыңдаңыздар. Таңғы жаттығудың да кезегі келген сияқты, дәл қазір бірге таңғы жаттығу жасайық, одан кейін жалғастыратын боламыз. Дорогие друзья, как вы уже правильно догадались, прямо сейчас мы предлагаем вам сделать зарядку. Ну а мы с Аматом составим вам компанию. Достар, доброе утро, дорогие друзья! По традиции рубрика 3-4. Сегодня ребята приготовили для вас еще один замечательный комплекс упражнений. Дорогие друзья, теперь будем начинать разминать плечевой пояс. Теперь повторяйте за нами. Делаем круговые движения руками. 4, парни, начинаем. 3-4. 4 круга вперед. Не торопимся. 3. 4. Останавливаемся. Теперь то же самое назад. 1, 2, 3, 4. И еще раз. И 1, 2, 3, 4. Теперь то же самое движение, но делаем круг немного меньше. Средний круг рисуем. То же самое. Руки вытягиваем в стороны. Начинаем движение. Вперед. Средний круг. 1, 2, 3, 4. Остановились. Назад. 1, 2, 3, 4. Руки оставляем в этом же положении. Тот же самый круг, только делаем еще меньше. Также движение начинается вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Запомните, таких надо сделать 3 подхода. 3 подхода – это 3 круга. После этого начнем разминать поясничный отдел. Начинаем то же самое, как и разминали шею. Начнем с круговых движений в левую сторону и в правую. Начинаем в левую. 3-4. 1. Прогибаем спину хорошо. 2, 3, 4. Останавливаемся. Теперь в правую. И 1, 2, 3, 4. Это стандартное упражнение. Его делаем 3 круга. После этого переходим на ноги. Ноги мы делаем как нас учил учитель физкультуры. Ставим ноги на ширине плеч, чуть уже. Руки ставим в упор на колени. Теперь вращаем полностью две ноги параллельно друг от друга. Круговые движения в правую сторону и в левую. Начинаем в правую. 3-4. 1. Не торопимся, спокойно. 2, 3, 4. Останавливаемся, переходим в другую сторону, в левую. 1, 2, 3, 4. То же самое делаем тоже 3 подхода. Вот такой вот полезный комплекс упражнений. С вами была Анастасия Серикова. До новых встреч. Рубрика 3-4. Арнамызға жаңадан ғана қосылған көрермендерге тәтшайын қолына алып, біздің бағдарламамызды көріп отқан барша көрермендерге астарыңыз дәмді болсын, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын дейміз.
тікелей желіде тобыл таң бағдарламасы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Таңғы жаттығуды жасадық, енді шынымен де таңғы астында кезек келген сияқты. Таңғы ас тәңірден деген сөз бар, сондықтан құрметті көрермендер, таңғы асқа мән берейік. Жалпы мәліметтерге сүйенетін болсақ, таңертеңгі уақытта тойып тамақ жеу бұл диетада жүрген адамдарға да ешқандай кедергісін тигізбейді. Дорогие телезрители, есть один интересный факт. Сегодня отмечается один из древних языческих праздников – День Деда Мороза и Снегурочки. Знали ли вы об этом? В этот день обычно люди ходили друг к другу в гости и рассказывали древние сказки, легенды об этих вымышленных персонажах. Люди вспоминали, как по прихоти бога любви Леля Снегурочка не улетела весной на север, а осталась здесь, но с приходом солнце солнечных лучей, когда они пробиваются сквозь туман и падают прямо на Снегурочку, она тает и превращается в облако и уносится далеко прочь. Очень интересный факт я хочу вам сказать, дорогие телезрители. Помимо этого, День Снегурочки и Деда Мороза был символичным окончанием зимы, ведь уже не за горами была широкая и щедрая Масленица. Я жалпы 30-шы қаңтар тарих беттерінде көптеген елеулі оқиғалармен есте қалды. Әртесінде айтып өтер, 30-шы қаңтар ол осы Аяз Ата мен Ақшақар күні деп. Жалпы бұл күнде осындай ертегілер мен аңыз-әңгімелерде қалған, ал одан бөлек сіздер білетін осы 30-шы қаңтар сіздер үшін қандай маңызды күн, атаулы күн. Хабарласып бөлсеңіздер болады, телефон нөмірлеріміз төменде көрсетілген, міндетті түрде қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Егер сіздер жолға шығып бара жатсаңыздар, бағдарламамызды теледидар арқылы көре алмайтын болсаңыздар, Қостанай ТВ ресми парақшасына кіріп, біздің бағдарламамызды онлайн форматында қарап, сол мезетте хабарласа алатындарыңызды естеріңізге сала кетеміз ардақтағайын. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі Қостанай облысы қызыл аймаққа енді ардақтаған. Сондықтан қазіргі таңда бас санитарлық дәрігердің қойылған талаптарына бағынып, барлық сақтық шараларын сақтауға шақырамыз. Кез келген ғимаратқа кірсеңіз де міндетті түрде кіреберісте сіздердің температураларыңызды өлшеп, дене қызуларыңызды. Одан кейін антисептиктер тұратыны белгілі, сондықтан кез келген жерден барғанда кіргенде міндетті түрде пайдаланып жүріңіздер, бетперделеріңізді үнемі адамдар көп жиналатын жерде киіп жүріңіздер дейміз. Жақындарыңызбен бауырларыңыздың денсаулығына жауапкершілікпен қарай ардақтағайын. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Аздаған уақыттан кейін арнамызға қонақтарымыз келеді. Әртүрлі тақырыпта келген қонақтарымыз жалпы соңғы уақыттарда атқарып жатқан жұмыстар қандай? Қазіргі таңдағы осы облыстың дамуына қосып жатқан үлесі қандай? Өзге де жоспарлар қандай? Міндетті түрде бізбен бөлісетін болады. Сіздерді келген қонақтардың сұхбат арасында өздеріңіздің қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласып қоя аласыздар. Біз міндетті түрде сіздермен байланысқа шығатын боламыз ардақтаған. Дәл қазір кезекті керемет туындыға берейік, содан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дорогие друзья, совсем скоро в нашей студии появятся дорогие гости. Будет очень интересно. Я напоминаю, что вы можете задать им свои вопросы по номеру 54-39-04. Также можете написать нам по номеру WhatsApp 837-233-71-73. Мы будем ждать с Аматом ваших звонков, может быть, сообщений. И прямо сейчас я предлагаю вам прослушать прекрасную музыкальную композицию, потому что, как нам всем известно, музыка – это хороший старт для продуктивного дня.
Как известно, утро не всегда бывает добрым, но чтобы сделать любое утро хорошим и приятным, можно приготовить просто-напросто, встать себе рано, приготовить завтрак. Это будет отличным началом продуктивного дня. Конечно, многие не советуют этого делать, потому что организм только проснулся, и перетруждать его достаточно рано утром — это не очень хорошо. Некоторые же, наоборот, говорят, что утренний завтрак – это главная пища, главная еда дня, и нужно есть как можно больше именно утром. Дорогие телезрители, прямо сейчас под материал, который подготовили наши коллеги, я предлагаю вам отправиться на кухню, приготовить себе любимому что-нибудь вкусненькое. Я ардақтаған қайырлы таң дейміз. Ұйқысынан енді ғана оянып арнамызға жаңадан қосылған барша көрермендерімізге. Шұғылалатқан таңдарыңыз тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Өздеріңізге белгілі, жалпы тұрақты көрермендерімізге белгілі. Әріптестеріміз әр таң сайын қызықты осы ақпараттар жинап сіздермен бөлісетін болады. Сондай атаумен жауап бар деген айдарымыз біраздан бері сіздердің осы экранға шығып жүргені белгілі. Әртүрлі сұрақтардың жауабын іздеп, біз білмейтін қызықты ақпараттарды сіздермен бөлісіп отыратын. Бүгінгі күні әріптестеріміз қандай қызықты ақпараттардың жауабын тапты екен? Экранға назар аударып, бірге білейік. Дорогие друзья, прямо сейчас на своих экранах вы можете наблюдать материал, который подготовили наши коллеги, а именно рубрику «Ответ есть». Будет очень интересно. Не переключайтесь, ведь совсем скоро в нашей студии появятся гости. Почему и из-за чего мы замерзаем? Почему дрожим во время холода? Как нервы усугубляют ситуацию? Ответ есть. При длительном воздействии холода на организм происходит спазм сосудов. В результате снижается обмен веществ в организме, нарушается тканевый обмен, замедляется кровоток, повышается вязкость крови. Расстройство кровообращения может вызвать патологические изменения не только в коже, мышцах и костях, но и во внутренних органах. Этому организм, конечно, сопротивляется. Первая защитная реакция – всем известная дрожь. Там организм пытается расширить сосуды за счет сокращения мускулатуры тела. Если до спасительного тепла добраться не удается, температура тела начинает резко падать. Последствия этого могут быть весьма трагическими. Холод любит курильщиков и нервных людей. От курения конечности становятся холодными по двум причинам. Образуются бляшки в артериях, а немедленное действие никотина заключается в том, что он вызывает спазмы сосудов и сужает мелкие кровеносные сосуды. Это воздействие никотина может быть особенно тяжелым для людей с синдромом Рейна. У тех, кто ею страдает, мелкие сосуды пальцев очень чувствительны к морозу. Капилляры сужаются, кровь перестает притекать к кончикам пальцев,
пальцев, они становятся белыми и начинают болеть. Когда ладони отогреваются, они краснеют, но болезненность все-таки остается на некоторое время. Сохранению тепла может помочь состояние невозмутимости и спокойствия. Почему? Стресс вызывает в организме точно такую же реакцию, что и холод. Кровь отливает от рук и ног к мозгу и внутренним органам, что дает человеку возможность быстро думать и реагировать. Чем меньше мы нервничаем, тем меньше мерзнем. Узнавайте ответы на интересные вопросы вместе с Тобылтане. Әртестерімізге рахмет айтамыз, пайдалы ақпараттар үшін ал біз одан әрі жалғастырамыз. Ардақтағайын, жалпы тибеттік медицина дегенде естіп бедіңіздер. Жалпы ол осы дәстүрлі медицинаның қандай пайдасы бар, қандай жағдайларда бұл көмегін тегізеді. Сонда қазіргі коронавирус кезінде тегізер пайдасы бар ма? Оны аздаған уақыттан кейін арнамызға келген қонағымызбен сұхбаттасып, бірге білетін боламыз. Егер сіздердің қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарлассаңыздар болады. Телефон номерлеріміз төменде көрсетілген. Дорогие телезрители, прямо сейчас мы потихонечку уже подвигаемся к основной части нашей программы, когда в нашей студии появляются гости. Я знаю, что вы очень любите это время. И также я напоминаю, что вы можете задать вопрос по номеру 54-39-04. Будет очень интересно. Не переключайтесь, ведь сегодня мы будем говорить о наболевшей теме, о теме ЕНТ. Считаю, это очень интересная тема на сегодняшний момент, потому что очень много изменений подверглись. Данные курсы, я так скажу, данная система тестирования, поэтому не переключайтесь и будьте с нами. Экранга назар ударайк. Қасымда бал, керек емес басқан, қазір енді басқан, өзгердім тек сен үшін жаным. Baby, excuse me for my mistakes, and always be by my side. Мені кешір, арамыздағы болған қателіктердің бәрін өшір. Жаңа параққа тек жақсы естеліктерді көшір. Алаңдама, артқа қарама, қолыңды берші. Сен маған жүрегіңді тыңдасындар, көп алдасын ба, қасымда болшы. Алданба, басқаға, тек маған сезіміңді арна. Ұрыстар болса да, ұмытта бәрін жабайықты. Қатері көп менде, шаршадым, я білем. Себебі үшін сүйесің баяғыдай. Қалайсың бірақ артқа оралмайсың. Қайтесің көресің, себебі әлі сүйесің. Қасымда бол, керек емес басқаным. Қазір енді басқаным, өзгердім тек сен. Қасымда бол, керек емес басқаным. Қазір енді басқаным, өзгердім тек сен. Тек сенімен, тек серімен, бір-бірімізді түсінуге тырысайық. Ойламашы, көп жаманды, жарық күнде әлі алда жаным. Қателік көп менде, шаршадың, я білем. Қайтесің, көнесің, себебі үшін сүйесің. Жүрекке түсін жауыр,
Дорогие телезрители, спасибо всем вам за то, что встречаете это прекрасное, необычное утро вместе с нами. А почему оно необычное, расскажет мой соведущий. Я Ардақ Тағайын, ардамызға жаңадан қосылған көрмендерге қайырлы таң дейміз. Шулалатқан таңдарыңыздегі жақсылыққа толы болсын, көңіл-күйлеріңіз үнемі көтеріңкі болсын дейміз. Арнамызға алғашқы қонағымыз да келіп жетті. Таныстырып отсам, бүгін бізде қонақта Марат Шотай, дәстүрлі медицина маманы. Арнамызға қош келдіңіз, аға, қайырлы таң. Доброе утро. Таң, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Тибет медицинасы туралы айтқым келіп отыр мен. Жақсы аға, енді бүгінгі тақырыбымыз осы. Тибетский медицина, орысша айтайын, относится к древним медицинским системам. Древним. Еще в 7 веке это разродилось. Да. Его развитие способствовала медицина Индии, Монголии, потом это Китая. Основном больше Китай воздействовал. Потому что в то время Китаем отношения хорошие были Тибета, и политические, и культурные связи хорошие были Китая. Поэтому они очень развивались. А в Индии наука была аюрведа, которая положила основу тибетской медицины. Вот тибетская медицина начала распространяться не только от Китая, от Тибета, но и начала двигаться даже в сторону России. В связи с проникновением буддизма в России, например, тибетская медицина начала распространяться в Калмыкии, Тува, и потом это Туба. В этих странах, вот этих республиках теперешних, и буддисты живут до сих пор. И они приняли вот эту медицину тоже. По тибетским медицинам, значит, тибетская медицина свое развитие сейчас получила хорошо. Она отличается от чем? От других медицин. Это совсем другая медицина, другой подход к лечению людей. Расында дағы бұл тибеттік медицина 6-7 ғасырларда бастау алды. Енді өзге дәстүрлі медициналмен айырмашылығы қандай бұны? Разница вот современной медицины очень большая. Тут, например, тибетская медицина признает существование энергии чи, который в организме существует. Энергия чи китайцы называют ци. Чи, это энергия тибетцы ци. Эта энергия образуется в организме человека. Во-первых, это энергию человек получает, каждый человек получает энергию ци от космоса, воздухом, например. Второй будет получение энергии, это родительская энергия. Это большая, мощная энергия, родительская энергия. Вот родительская энергия зависит от продолжительности человека, жизни. Третий фактор – это энергия, получаемая энергия ци, получается от еды, от воды, например. Ну, еще энергия есть, вампиры, которые получают друг друга от друга. Нехорошая энергия. Это. Об этом не будем говорить. Самое главное, три вот этих момента, которые снабжают энергией. Я вот знаю, что вы настолько уникальный человек, что можете ответить на такой вопрос, как сколько должен вообще в принципе жить человек? Вот человек, вот этот вопрос, испокон веков мечта была людей долго жить, например, и до сих пор мы все думаем долго жить, мечтаем-то. Однако, всякая, значит, химизация,
различные развития, промышленные, все сокращает нас в жизни, вот это, нарушение экологии. По идее, человек должен жить 154 года. Угу. Ученые установили. За эти 154 года 22 этапа должен пройти человека. Каждый этап по 7 лет, например. Например, 7 лет прорезываются зубы человека, да? Угу. Моего ребенка. 14 лет эндокринное созревание. 20-22 года в ваших годах, например, они должны готовы уже потомство производить. Угу. Вот. И дальше. Так. И вот тибетцы по этой схеме, значит, разделяют. До 20 лет считают юностью. 60 лет молодостью. До 100 лет зрелостью. До 140 лет пожилой возраст, более 140 старческий. Так что это пожилым людям не надо думать, что они старые. Угу. Надо подбадривать себя. У них все впереди. Что они молодые. Если человек будет думать все время старый, он будет стареть, и нация будет ходить вообще. Угу. Вот. Поэтому поддерживать все надо. Но не всем удается, конечно, до этого возраста дойти. Арине. Но тибетские ламы, например, я видел их, стараются они жить до 108 лет. Это магическая цифра. Вот. Но у них, наверное, образ жизни отличается, да, у людей? Образ жизни много от человека зависит. Образ жизни, питание, образ мышления зависит от этого. То, что образ мышления зависит, много зависит, например. Вот Земле есть закон притяжения вот, космоса, например. Угу. Как мы думаем, например, для космоса, для Вселенной одинаково. Мы плохой мысли, плохой хороший или хороший мы спросим, или плохой. Угу. Поэтому всегда надо хорошее просить. Надо. Угу. Вот у меня здоровье хорошее, у меня дела идут хорошие, все хорошо. Значит, и такой позитивный настрой, это большое имеет значение сохранения здоровья человека. Угу. Жалпыға осы тибеттік медицина белгілі бір ауруларды емдейді ма, немесе барлық ауруларға осы дәстүрлі медицинадан ем табуға болады ма? Қалай? Осы тибеттік медицина қандай да бір ауруларды емдейді ма, немесе өзге де бір барлық осы ауруларға ем табуға болады ма? Тибет медицина сенді болады. Бұның енді әртүрлі әдістер көп емдеудің. Бұның әдістерінің ең үлкені, мысалы, әртүрлі тибетте өсетін шөптермен емдеу. Шөптер. Өкінішке қарай бізде ондай шөптер өспейді. Дегенмен де кейбір элементтерімізді қолданамыз, олардың бізде өсетін шөптерді сәйкес келтіріп, әртүрлі рецептер жасап, емдеуге болады. Емдеуге болады. Ең үлкен емдеудің тибеттің упражнениелері бар. Былай организмді нығайтатын упражнениелер көп. Ол қандай жаттығулар? Үлкен раздел ол. Сосын енді ең үлкен әдістерінің бірі бұл инемен емдеу. Акупунктура деді. Акупа деген значит латын тілінде ине. Акупунктура. Инемен емдеу. Инемен емдеу. Мысалы, инемен емдеу өте үлкен қадыргі әдістердің ішіндегі ең тауыры. Өйткені бұнда химиялық заттар жоқ ешқандай. Адамның өз энергиясын қолданып сәйкес келтіру. Мына айтқан энергия ши дейміз ғой. Адам денесінде 12 меридиан болады. Әр органның өзінің меридианы бар. Меридиан печени, меридиан почки, мысалы. Сол меридиандарда 2 сағатта энергия ауысып отырады. Бір меридиандан екінші меридианға. Тәулік бойын осылай жүріп отырады. Сол мысалы тибет иглотерапияның қалай міндеті онда. Адамды уравновешивать етеді. Бір қалыпқа келтіру. Бір қалыпты келтіру. Мысалы тибетті айтады, мысалы. Тибеті говорят, неизлечимых болезней нет, дейді. А есть болезни, есть люди болезни, неизлечимые, дейді. Барлық ауруларды емдеуге болады, көпшілігі дұрыс болады. Мысалы, тибеттің қағидасы бойынша адам ауырғанда
где-то энергия жетпейді бір органда. Или екінші органда, наоборот, көп болады. По-русски говоря, в некоторых местах энергии много, в некоторых городах другой энергия. Вот, получают разрыв энергии различные. Задача их иглотерапии, значит, уравновешивать вот это. В организме все, все как. Энергию направить в правильное распределение. Да, правильно распределить энергию, да, так, да. Когда энергия правильно распределена, человек выздоравливает это. Вот это. Поэтому вот это мы иглотерапию применяем для лечения, значит, это уравновешивать в организме человека. Теперь техники стоит. Путем иглоукалывания. Иглоукалывание еще это зародилось еще очень давно. Это 6-7 век. Ну, до нас дошли вот, тибетские медицинские литературы, например, «Голубой берил», «Байдуру онба», такие трататы. И «Жучжи» называется, четыре книжи. Эти книги написаны 6-7 век. Вот, они дошли. Сейчас их перевели на русский язык, например, монгольский. Монгольский язык, они буддисты, у них язык очень схожий с буддизмом, буддистами. Поэтому они перевели на русский язык многие трактаты Тибета. Благодаря этому мы читаем этот трактаты, изучаем, осваиваем и применяем в практике вот это все. Бүгінде аға енді бұл тибеттің медицинасы дамығанына көптеген уақыттар болды. Ал Қостанай жұртының, Тобыл Торғай жұртының көз қарасы қандай? Қалай қабылдап жатады осы дәстүрлі медицина? Дәстүрлі, традиционный медицина Тибета вот это. Бұл жұрт әртүрлі. Бұрын ертеректе бұл өзі жақында пайда болды. Бұл совет үкіметі кезінде бұл ешқандай қабылдамады біздің медицина. Қат 90-шы жылдарын бір ғана қабыл всемирная организация ВОЗ принял это как официально принятое лечение. И в Советском Союзе тоже был издан приказ министра здравоохранения о принятии, о пользовании этого лекарства, вот этого метода для лечения пациентов. Так. Сейчас очень люди многие сейчас очень хорошо понимают, что это прогрессивный метод, давно забытый. Сейчас очень успешно мы применяем этот метод лечения. Люди приветствуют это лечение, потому что видят результат. Вот я от практики веду уже больше 30 лет, только этим занимаюсь. Я 50 лет работаю в медицине. Из них около 30 лет я занимаюсь иглотерапией тибетом. Так. Вот. Веду практику за рубежом, да, в России, например, в Москве, в Ленинграде и других странах тоже работаю. И люди тепло принимают, потому что это чувствует это полезность, безопасность, самое главное, лечение. И по всему миру я пропагандирую этот метод лечения, доказывая, что это эффективный метод лечения. Давайте вот смоделируем такую ситуацию. То есть простудился я, кашель, насморк. Я пошел к врачу, он мне выписал назначение, я пошел в аптеку, купил лекарство. Но это современная медицина. Что в таком случае говорит делать традиционная тибетская медицина? Традиционный метод лечения, вот это мы, там вот в основном не лекарственный метод, а в основном травами лечит. Полоскание, например, простуды. Так, потом это иглотерапию делаем, например, в области носа. Это, короче говоря, иммунную систему усиливаем. Самое главное, не должно быть иммунодефицита в организме. Иммунитет очень большую роль играет. Вот это, закрепление иммунитета. Өте керемет. Жақсы аға, енді аздаған үзілістен сұхбатымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, қояр сауалдарыңыз болса хабарлассаңыздар болады. Дәл қазір әріптестерімізге кезекті береміз. Одан кейін міндетті түрде сұхбатымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами вместе просмотрим сюжет, который подготовил наш коллега. Ну а сразу после мы продолжим беседу. Не переключайтесь.
Хотите научиться очень быстро решать ваши затруднительные ситуации? Тогда вооружайтесь бумагой, ручкой и записывайте, как это сделать. Наше подсознание очень любит образы, метафоры, сказки. То есть все то, что иносказательно описывает ситуацию и выводит на решение этой ситуации. И вот для того, чтобы вытащить эту метафору, нам нужно взять какой-то образ. То есть нам нужно ассоциировать нашу проблему с чем-то, с каким-то объектом. Вот представьте, что вы в руках держите клубок. Представьте, что этот клубок – это и есть та сложная ситуация текущая, которую вы хотите разрешить. На старте сразу создавайте те условия, которые выгодны вам. То есть представьте, что этот клубок не тугой, что он мягкий, очень рыхлый. То есть таким образом вы сразу зададите вашему подсознанию условия, что ситуация несложная, что нужны очень легкие и быстрые решения. А затем начните этот клубок распутывать. Представьте, что окончание нити уходит куда-то в бездонный колодец и там скрывается. Распутывая этот клубок, представьте, что вы наблюдаете за тем, как развивалась эта ситуация, как будто бы задом наперед. То есть, что было день назад, что было месяц назад, допустим, что было год назад, если эта ситуация длится уже очень давно. И таким образом вы дойдете до окончания клубка, то есть до его основания. И вот когда вы уже пришли, полностью распутали этот клубок, очень важно увидеть в завершении, что ситуация решилась. Для этого тоже используйте какой-то образ. То есть, допустим, пусть это будет сгусток света или, может быть, какая-то другая метафора, которая у вас будет ассоциироваться с решением этой проблемы. Очень часто, когда мы мысленно распутываем этот клубок и проходим от события к событию, мы уже начинаем видеть, как решить эту ситуацию. Возможно, обратиться к кому-то за помощью, или же у вас произойдут какие-то другие инсайты. Но даже если вы не вышли на решение, то вы уже своему подсознанию дали задание, намерение, сигнал, что нужно обязательно найти решение. А дальше уже дело за ним. И будьте уверены, оно обязательно в ближайшие же дни даст вам подсказки, которые вас выведут из этой сложной ситуации. Сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Мила Ковалева, практикующий психолог, и рубрика «Психосоветика». Оставайтесь с нами. До новых встреч. Келезелдем зардақтағайын дәл қазір арнамызда әдебиеттік медицина, осы дәстүрлі медицина маманы отыр. Егер қоятын сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Телефон номерлеріміз төменде көрсетілген. Ал біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Вот на вас такой интересный кулон. Я думаю, что это интересно не только мне, но и нашим телезрителям. Называется он мандала, верно? Да, мандала. Расскажите, пожалуйста, что это такое, какой силой он обладает? Это мандала. Это называется мандала, потом тибетский. Это там на рисунок нарисовано. Это очень действует, энергию лучше. Именно моя энергия лучше. И пациенты, которые окружающими энергиями, равновесие приводят это. Поэтому это не только нашу вот это, не красоты, для красоты, а основном для лечения людей. Эти мандалы, они не продаются, они успешным специалистам ламы вручаются. Поэтому. Обладает, наверное, очень сильной такой, очень силой, сильной энергетикой. Силы воздействия у него есть. Mm-hmm. Серебро вообще полезно организму. Даже вот это. Вот серебро кольцо носится, правильно носится. Mm-hmm. Серебро это хорошо энергию добавляет, чем золото. Ағал, осы инемен емдеу бар ғой тибеттік медицинада. Осының түрлері бар ма жалпы? Инемен емдеудің түрлері бар ма? Түрлері? Ага. Инемен емдеудің де әдістері көп оның. Инемен, мысалы, су жоқ терапия дейді, мысалы, ондай кішкентай инелеріме қол қойды. Но ол это не классический, енді ол дополнительный. Основном классический клотерапия жасау керек. Адам денесінде 750 точка бар. 750. Биологически активные точки. Белсенді точкалар қалаштан. Сол точкаларға біз әртүрлі инелер қойып, адамның энергиясын бір қалыпқа келтіреміз, мысалы. Қалыпқа келтіреміз. А какие методы диагностики существуют вообще в тибетской медицине? Тибет – это своеобразная диагностика. Раньше не было, например, раньше
тебе-то не было же, как сейчас, например, по всему миру. Различные анализы, например, так, компьютерная техника, ничего не было. Ага. Поэтому целители, они ориентировались в основном изучение больного, который этот и теперешним молодым врачам тоже советовать надо. Это советовал бы изучить больного. Не надеяться только на компьютер. Во-первых, они смотрели окна человека, называется. Смотрели окна человека. Глаз, нос, то, что глаз, уши, кожные покровы, ногти, все это волосы. Волос какой у него. Все это повернет, это визуально то, что видит. Значит, все изучили. И на основе всех этих факторов, наверное, составляли лечение, да, как правильно, да, лечить. Все нужно. Это анализировали, например, почему у нее кожные покровы такой, почему у нее глаз покраснение, если печень болит, например. И потом самое главное, это диагностика. Потом они больного они прослушивают, просмотрят. После этого не спеша. После этого они занимаются почтовой диагностикой. Почтовой диагностикой. Почтовой диагностикой – это большой раздел работы у них. Очень ответственный момент. Вот это умение эклотерапии зависит от знаний почтовой диагностики. Просто так поставить нельзя поставить. А вот именно какой орган, какая система неправильно. По пульсу определить надо, после этого на лечение поступать надо. Бывает пульс, разновидности пульса бывает. Вот. Больше 120 видов пульса определяет главный, например. Угу. Если обыкновенный врач определяет пульс, например, за минуту считает учащение или ржение или такое. А там они большую информацию получат по пульсовой диагностике. Угу. И, наверное, результат получается более точный, да? Более точный. Потом еще они пульсовой диагностик смотрят, еще вот, например, мочу смотрят. Именно какой моча, какого цвета и так далее, свежей мочи. Или через некоторое время тоже. Какая функция почки. И почки много зависят от состояния организма человека. Поэтому они большое внимание уделяются изучению Коронавирусқа бұнда пайдасы болады, мысалы, именно иммунитетін жоғарлату үшін, иммунитетін адамды. Иммунодефицит, это коронавирус деп көпшілік адамдарды. Мысалы, мынау организмде недостаток витаминов бывает, әсіресе D3 деген витамин, солнечный витамин дейді оны. Мысалы, қазір арғымның арасында витаминның уровыны, D-витаминның уровыны определить етеді, например, қандай. Который большую роль играет иммунитета. Это Италия, да, Испания, да. Вы такой базом дорогой, Франция, да. Вот это вам дарит какие-то витамины уровня вот этой темы было. Кадр мы коронавирус, иммунную систему с горлоту, собственно, оттерла дыхательное упражнение даже с угром. Дыхательное упражнение. На ОКПД застой был мугарка. Основной ОКП хавного. Коронавирус калай, вот это зияно. Адам с тем алангезе миллионы вирусов вылетает. Сонтан дыхательные пути, но сактошно без маски и горы. Обязательно. Еще хотелось бы узнать, вот в вашей практике встречались ли такие люди, которые вот не доверяют тибетской медицине? Есть такие, но они потом после лечения, они какое-то мнение свое. Еще и спасибо вам говорят, да? Спасибо говорят, так это. Спасибо говорят. Вот это многие болезни можно лечить. Это многие болезни можно лечить, например, иглотерапией, например. Особенно очень много болезней
рассказать, да? Да, очень интересно, да, конечно. Например, неврология. Очень сложные болезни есть, неврит лицевого нерва, невралгия, тройничный нерв, вот, все поражения лица, например. Вот недавно только я троих вылечил. Поражение шейного отдела позвоночника. Особенно очень много остеохондроз шейного отдела. Сейчас они много компьютеров смотрят, например. Все наклон головы, вынужденное положение, сидящее положение. И вот позвоночник много молодых людей болеет. Потому что гиподинамия, они мало ходят, больше сидят у компьютера. Поэтому таким пациентам мы рекомендуем больше двигаться, различные упражнения учим и так далее. Кроме этого, очень много детских церебральных паралич. В наше время детей много. Актуально это проблема, болеет, да, очень много. Когда мы оканчивали институт, таких меньше было, а сейчас очень много. Сразу по горячим следам поинтересуюсь, какой институт вы заканчивали? Я окончил Карагандинский медицинский институт. А тибетской медицине как пришли, когда поняли, что это ваше? Я Карагандинский медицинский закончил в 1969 году, 51 год работы. А после этого, когда я в институте учился, я хотел гипнозом заниматься. Когда я профессору Свядышеву договорил об этом, он на меня посмотрел, изучил меня и потом говорит: молодой человек, вам надо заниматься медициной Востока, вы человек Востока, говорит. Этим никто не занимается, редко кто занимается. Эти слова вдохновили вас, наверное. Да, направил меня. Этим мало кто занимается сейчас, говорит. Да и государство не разрешает, говорит, этим заниматься, говорит. Да-да. Официальные органы. Поэтому вам, наверное, следует заниматься самостоятельно, потом курсы пройти какие-то. И пока вы научитесь, мир изменится. Вот. Действительно так, пока я уже почти научился, социализм рухнул, например, новая страна. Нам все разрешено теперь заниматься свободной медициной, как мы хотим, людям пользу приносить. Жақсы аға, сізге көп рахмет, берген ақпараттарыңыз үшін. Енді көрермендерімізге сізге тілектеріңіз болса, ақыл кеңестеріңіз болса, жолдасаңыз. Большое спасибо, что посетили рахмет. Нашу студию. Вот вам книга пожеланий, куда вы можете написать свои пожелания. Но для начала несколько пожеланий нашим телезрителям на камеру. Ал құрметті көрермендер, сіздерге осы қазіргі мына пандемия кезінде пандемияны жеңу үшін көп жақсы денсаулық тілеймін, зор денсаулық. Ол денсаулық, қазір пандемия мұны көп адамдардың өмірін алып кетіп отыр. Бірақ дегенмен үкімет тарапынан көп жұмыстар жүргізіліп отыр. Қазір дәрігерлер көп жұмыстар жүргізіп отыр коронавирусқа қарсы. Мысалы, басқа елдерге қарағанда біздің Қазақстанда тегін медициналық көмек көрсетіліп жатыр, өте жақсы стационарларда да. Осында түсіну керек. Екіншіден, әрбір адам өзінің жауапкершілігін арттыру керек. Өзі жұқтырып алмау керек коронавирусты. Және де туыстарын жұқтырмау, және де танымайтын бөтен адамдарын жұқтырмау керек. Сондықтан сақ болу керек. Бірін-бірі маска киіп жүру керек. Ол маска кию туралы, қалай кию туралы, оның бәрі дәрігерлер сіздерге айтылды. Бірақ мына көшеде мысалы көремін, көпшілік адамдар өзін маскасының режимін дұрыс сақтамайды. Ал бәрінде сол жақсы. Коронавирусты жеңу үшін бәрімізде бірге жұмыс істеуіміз керек. Дорогие зрители, значит, благодарю за внимание. Такой сложный период сейчас пандемии. Прошу, значит, всех внимательно относиться к себе и другим, нося маску. Маску соблюдайте, масочный режим. Ношение маски – это является ответственностью большая. Арине. Не заразить себя, близких и других. Желаю всем
здоровья, удачи в жизни. Большое спасибо за такие теплые, добрые пожелания. Отдельное спасибо за то, что в такое раннее утро посетили нашу студию, поделились не только с нами, но и со всей страной, со всей областью и городом Костанай с такими полезными советами и тонкостями тибетской медицины. Я считаю, что это очень актуальная тема на сегодняшний момент, когда весь мир болеет таким недугом коронавируса. Яғни алтын уақытыңызды бөліп атпасын бұрып келгеніңізге көп рахмет, деніңізге саулық тілейміз, ауырмаңыз. Рахмет, рахмет. Құрметті көрермендер, ал біз одан әрі жалғаймыз. Аздаған уақыттан кейін кезекті қонағымызда болатын болады, сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Дорогие друзья, прямо сейчас музыкальная композиция, ну а сразу после в нашей студии появятся следующие гости. Не переключайтесь, будет очень интересно. Thank you.
қайырлы таң, ардақты қайнарнамызға жаңадан қосылған көрермендердің баршасына қайырлы таң дейміз. Шұғылалы атқан таңдарыңыз тек жақсылыққа толы болсын, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Тікелей желіде өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Арнамызға кезекті қонағымыз да келіп жетті. Диастанстыр өтсек. Сегодня у нас в гостях Гульнур Кабдыбекова, директор Костанайского филиала Центра тестирования Юстади. Доброе утро. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Как настроение, как добрались к нам? Все отлично. Знаешь, что в вашем подготовительном центре, образовательном центре можно пройти подготовительные курсы Кента, это верно? Да, все верно. Как это проходит? Расскажите нам поподробнее. Сейчас вот с января месяца мы открываем подготовительные курсы для обучающих 11 классов, как и города, так и области. То есть учащиеся могут, приехав к нам, все занятия у нас проходят офлайн, то есть это не дистанционно. Приезжают к нам в центр, обучаются после обеденное время, то есть не во вред основному занятию в школе. Знаю, что много вопросов у общественности, у родителей каждый год возникает по поводу вопросов, извините за тавтологию, на ЕНТ. Очень такие интересные они бывают, на которые порой даже невозможно ответить. Проводится ли инспекция таких вопросов именно в вашем учебном центре? Безусловно, проводится, Диас. Хотела бы сказать, в основном такие вопросы создают ученики, которые не изучают в течение года, да, так сказать, не готовятся к ЕНТ, выходят с тестирования, и нужно найти оправдание. Какое оправдание? Конечно, придумать вопросы, что вот размер ноги там Назарбаева и так далее. То есть эти такие вопросы из года в год они выходят. На самом деле мы разбираем все варианты тестирования, мы работаем с детьми, поэтому таких вопросов нет и не было никогда. Время прохождения тестирования отличается в вашем подготовительном центре, на ваших подготовительных курсах от настоящего ЕНТ? У нас, смотрите, один урок у нас занимает 80 минут, то есть это приравнивается к школьным занятиям, как 4 урока. Но такие, как профильные предметы, мы знаем, что есть основные и профильные. Основные предметы у них по одному уроку в неделю, а по профильной, то есть они сразу в день, 2 урока проходят, это по 80 минут, то есть приравнивается 8 урокам школьным. То есть занятия у нас отличаются. Не 40 минут дети сидят, а уже учатся быть будущим, к парам готовиться. То есть в будущем, будучи они завтра студентами, они будут сидеть уже не 40 минут за партой, так говорится, а будут пару целую сидеть. Поэтому наши ученики уже в течение года проходят школу молодого бойца. Можно так сказать. То есть убивают сразу двух зайцев, придя к вам на подготовительные курсы. И к ЕНТ готовятся, и готовятся к взрослой жизни. Верно я понимаю? Все верно. Гульнур. Знаете, многие люди, когда приходят к вам в подготовительный центр, думают, вот хватает ли им этого времени на то, чтобы освоить все темы. У вас это как-то рассчитано? Есть определенная программа у каждого учителя, она индивидуальна. И самый основной такой момент, все зависит от учащегося. Если он приходит, хочет забрать все знания от нас, как говорится, он заберет. Если же он просто пришел посидеть, то мы его отчисляем. Как бы такого у нас нет. Если за месяц он не показывает нам результат на пробных тестированиях, то мы его отчисляем с учебного центра. Не могу не затронуть тему пандемии, то, что сейчас охватило весь мир, коронавирус. Несмотря на пандемию, занятия в вашем центре проходят в офлайн режиме, верно? Да, все верно. Наверное, с организацией каких-то мер по сохранению режима, который всем нам предписал главный санитарный врач. Безусловно, Диас, у нас в группах не более 12 человек. Все они занимаются с дистанции, то есть, как говорится, везде все отмечено. Нет такого, что они пересекаются, в группе сидят. Также, если у них индивидуальные проверки, мы проверяем их. Также они у нас находятся всегда на дистанции, по очереди друг друга индивидуально проверяем. Если же занятия проходят, они также с соблюдением масок, соблюдение всех дистанций и всех правил нужных. Так как у вас уже имеется большой опыт в этой сфере, в этой области, есть ли основания полагать, по вашему мнению, что выпускники этого года сдадут очень хорошо это ЕНТ, нежели выпускники прошлых лет за счет того, что у них было больше времени подготовиться, сидя дома? Или же наоборот, ученики не готовились, как вы считаете? Мне кажется, наоборот. Будет очень тяжело, но будем справляться с этой задачей, так как ученики привыкли к такому режиму, что они встали, ответили, где-то вышли на связь, где-то нет. И они привыкли к такому режиму. Сейчас же, когда над ними строгий контроль, они уже отвыкли от этого.
И сидеть для них 80 минут – это что-то сущат, так как они отвыкли от этого. Может ли ученик 11 класса, придя к вам в образовательный центр, выбрать для подготовки только те предметы, знания, по которым он считает, по его мнению, находятся на низком уровне? Да, конечно, только для начала мы проводим пробное тестирование. Как вы знаете, мы проводим пробное тестирование для ЕНТ, но ЕНТ проходит пробное у нас. Поэтому ученик к нам приходит, мы его оцениваем знания, смотрим. Если же он утверждает, что по данным предметам у него высокие, проверяем. Если набирает, то тогда, конечно. Угу. Мы можем предложить ему 2 предмета, 3 предмета, то есть в зависимости от его желания. Что говорит статистика нам? Дети, которые посещают ваши курсы, они более высокие баллы набирают на ЕНТ? Ну, если с прошлым годом, 2019 выпуском сравнивать, то да. Можно сказать, если считать и городские, и областные, кто с области приезжали, ребята с районов, очень высокие результаты показали. То есть минимальный у нас был 90 и до 126-128. То есть сейчас обучающие, которые наши, мои студенты, да, так сказать, они сейчас уже второй курс, второкурсники, которые обучаются и в Алмате, и в Астане, и здесь у нас в Кустанае. То есть каждый имеет грант, получает стипендию. Поэтому за них не стыдно, как сказать. Это ваши ученики, плоды ваших, да, вашего творения. А хотелось бы узнать, думаю, не только мне, но и всем нашим телезрителям, в чем заключается именно ваша работа в вашем учебно-подготовительном центре? Ну, основная наша работа – это дать знания, направить их на истинный путь, как говорится. Так как многие ученики приходят, не знают, какие предметы выбрать, куда им поступать. В основном еще многие как говорят: я сдам, а там дальше посмотрим. Ну, то есть, чтобы таких не было моментов, чтобы как бы дело судьбы свою, как судьбу не, так не отпускал, что как будет, так и будет. Поэтому мы с ними беседуем, консультируем. То есть по окончанию курсов, как они сдают ЕНТ, мы снова их собираем, консультируем, куда поступать. То есть, смотря на их баллы, сверяемся с предыдущими. То есть смотрим, где какие гранты, где больше всего, на какую специальность ему лучше подать. Чтобы не было таких моментов, что он набрал 120 баллов, но не поступил на грант. То есть вы полностью сопровождаем. Жизнь, сопровождаем. Да? То есть вплоть до того, пока они в августе нам не скинули, что они получили грант и сертификат. Полностью их сопровождаем. Это просто великолепно, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами насладимся прекрасной музыкальной композицией, но сразу после продолжим эту интересную познавательную беседу. Я құрметті көрермендер, дәл қазір кезекті әріптестеріміздің айдарына берейік, одан кейін қайта сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Әлемде сан мыңдаған, жоқ, тіпті миллиондаған тіршілік иелері жер планетасын мекен етеді. Олардың бірі алпамсадай албауыт болса, енді бірі тіпті көзге көрінбейді. Алайда микроскоп астындағы майда әлемнің сіз білмейтін қызығы қаншама. Сізбен біз және бізді қоршаған орта, ағаштар, өсімдіктер мен жануарлар көп жасушалы тіршілік иелері. Олардың өне бойында өріп жүрген 100 триллионға тарта жасуша күннен күнге жаңарып, бірінің орнын бірі басып отырмақ. Ал одан бөлек тек бір ғана жасушадан тұратын жануарларды да кездестіруге болады. Бір жасушалы жануарлар денесі бір ғана жасушадан тұратын. Көпшілігі микроскоп арқылы ғана көрінетін ағзалар. Оларда қарапайымдар деп те атайды. Құрылысы қарапайым сияқты болғанымен, бір жасушаның ішінде асқорыту, тыныс алу, зат алмасу, қозғалу, көбею, сыртқы әсерлерге жауап беру сияқты кез келген тіршілік иесіне тән тіршілік белгілері үздіксіз жүріп жатады. Қарапайымдардың көптеген түрлері жаңбырдан пайда болатын іркінді су, шалшықтан бастап көл, теңіз, мұхитқа дейінгі су қоймаларында кездеседі. Топырақта мекендейтіндер де аз емес. Жануарлар мен адамның ішкі мүшелерінде де паразиттік тіршілік ететіндер бар. Жай көзге көрінбейтін қарапайым жануарлардың бар екені 17-ші ғасырға дейін ғылымда белгісіз болды. 1665 жылы өзі жасаған микроскоп арқылы голландиялық ғалым Антони ван Левенгук аталық жыныс жасушасын зерттегеннен кейін ғана қарапайым жәндіктердің түрлері ашыла бастады. Қазіргі кезде қарапайымдардың 70 мыңға жуық түрі белгілі. Соның ішінде амеба пішінін өзгертуге бейімділігімен, жалған аяқтарымен ерекше. Ал кірпікшелі кебішенің атауының өзі қызық. Бұл қарапайымның мұндай лақапқа ие болуы оның сыртқы пішініне де байланысты. Ол аяқ киімге қатты ұқсайды, тек талшықтары болмаса. Ал гидра бәрінен қозғалыс техникасымен ерекшеленеді. Бақыласаң, үздіксіз сальто жасап жатқан сыңайлы. Иә, майда әлемнің жұмбағы алып, дей тұрғанмен сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз.
Құрметті телекөрермендер, өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Әріптестерімізге алғыс айтамыз. Пайдалы ақпараттар үшін алғыс. Сұхбатымызды одан әрі жалғайтын боламыз. Гульнур, еще есть такой интересный вопрос. Пробное тестирование в вашем учебном центре могут пройти только ваши ученики, либо же ученики других школ тоже имеют такую возможность? Диас, у нас могут пройти пробное тестирование абсолютно все школы. С нами могут договариваться какие школы, то есть учителя выходить зауч, классные руководители, заучи. Также к нам и выходят на связь родители. То есть если номер передается в родительское, там, как попечительство, да, в школе есть такое собрание, номер передается, родитель может позвонить, например, за всех своих детей, за весь класс, и договариваемся о тестировании. Тестирование пробное, то есть приходят к нам, они сидят полностью под камерами, все полностью четко контроль. То есть по итогу мы даем им четкие знания, которые сейчас у них есть у ребенка. Еще один небольшой вопрос. Сколько стоят все-таки ваши подготовительные курсы? Цена? Ну, смотрите, подготовительные курсы, она цена индивидуальная, так как ты ранее говорил, можно ли приходить на несколько предметов и так далее. Поэтому уже здесь будет исходить от того, какие предметы, сколько часов и так далее. Это все будет обсуждаться индивидуально. А если брать по пробному ЕНТ, то стоимость одного пробного у нас 600 тенге. Знаем, что с 2019 года вы проводите тестирование для учителей, преподавателей школ, колледжей. Это верно? Да, все верно. С 2019 года у нас проходит повышение квалификации преподавателей как школ, дошколы, дополнительное образование и с этого года преподаватели колледжей. То есть также все полностью контроль. Под камерами, под четким контролем полностью сдают преподаватель повышения квалификации. Знаете, зато для нас, как вот для нашего подготовительного центра, мы уже видим знания преподавателя. И в будущем, когда мы ищем себе преподавателя, у нас уже есть контакты, кого мы можем пригласить на работу, кого можем рассмотреть как на вакантную должность. В этом большой плюс есть. То есть мы ученикам не даем не просто там, с улицы, да, пришел студент там или еще кто-либо, или кто давно не занимался с детьми, а это это преподаватели, которые занимаются уже ЕНТ более 10 лет, то есть это уже предпенсионного возраста преподавателей, то есть знают свое дело. Вот я, допустим, ученик 11 класса, который хочет прийти к вам на пробное тестирование. Где мне вас искать, какие двери стучаться? Я могу оставить контактные данные. У вас есть, наверное, свой инстаграм, своя инстаграм-страничка, верно? Безусловно, у нас инстаграм-страничка личная есть, и инстаграм-страница есть центра тестирования. У вас на входе стоят ли металлоискатели, хоть это и пробное ЕНТ, я понимаю вообще, за всю историю вашей работы были ли такие случаи, когда дети все-таки проносят телефоны? Безусловно, это дети, они ищут любые варианты. У нас стоит металлорама, есть ручные металлоискатели, глушители, все полностью. То есть даже если проносит телефон, у нас над каждым учеником расположена камера. То есть индивидуальная камера, не общего зрения, не общего вида, а над каждым индивидуально, где мы можем просматривать, списывает ли он, использует ли шпаргалки, использует ли телефон, смарт-часы. Это даже те же самые микронаушники. Все полностью у нас это вычисляется. А как обстоят дела с преподавателями, с более взрослыми, умными людьми, которые приходят к вам сдавать? Тоже проносят телефон? Бывали случаи. Считаете ли вы это целесообразно? Вообще, в принципе, это же пробное ЕНТ, проносить какие-либо телефоны, смарт-часы. Просто видите, как каждый ребенок хочет показать родителям, что я знаю, я могу многое, я не хочу заниматься. Я знаю, я умею, я могу. Поэтому на пробных они набирают высокие баллы, приходят и говорят, вот я все знаю. И в будущем, когда родители приводят своих детей, они говорят, мой ребенок умный, он набирает 90 баллов. Но мы проводим тестирование, его из 90, его 46 баллов остаются. Ну, то есть вот такие вот моменты бывают. Поэтому... Гульнур, спасибо вам большое за такую интересную, познавательную беседу, наверное, на самую актуальную тему сегодняшнего дня. Это книга пожеланий, куда вы можете написать пожелания нашим дорогим гостям. Но и для начала несколько пару слов дорогим телезрителям на камеру. Уважаемые одиннадцатиклассники, хочу, чтобы каждый сейчас осознанно занялся своим будущим. Подумал о своем образовании, о своем будущем, так как образование сейчас является одной из главных вещей. Поэтому всех буду очень ждать в
центре тестирования. Не только как на курсы, так и приезжайте, сдавайте пробное тестирование. Тренируйтесь, готовьтесь. Желаем всем удачи. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Диас, Самат. Көрехмет, сізге арнамызға уақыт бөліп келгеніңізге, алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Ардақтағайын, бізге берілген уақытта осымен өз мәресіне жетті. Уақыттың мәресіне жеткендіктен біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Дорогие телезрители, к сожалению, наш эфир подошел к своему логическому завершению. Большое спасибо всем тем, кто встретил это прекрасное, замечательное утро вместе с нами и телеканалом Костанай. До новых встреч. Увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя. Мен үшін қамбат,
болсам бірге қуанасын өзіңге жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясын қуансам бірге қуанасын өзіңе жазған әнімді